здравствуйте, как бы. Шла какая уже неделя? Я уже потерялся. Третья, десятая, сотая, хер знает. Короче, карантин не объявлен и продолжается. Самоизолируемся, самодистанцируемся, не моем руки, едим с пола. Тебя низкого стояния. Как сказал мне таксист, я сейчас на съемку ехал, типа, люди чихают, потому что, ну, пыльца, все цветет, май, мир, труд, май, все дела. А тут тема такая, что сейчас мы будем это все под коронавирус подгонять. Короче говоря, очень интересно, что будет дальше. Новости обсуждать не будем, потому что смысла нету. А потому что что обсуждать? Все пишут, сколько трупов, сколько заболевших, сколько вылечившихся. Я вот недавно, да, помнишь, Игорь Иванович рассказывал? Очень удивительно для меня было. Сижу в ВКонтакте, листаю ленту новостей, и там вот, музыканты то, музыканты это, то все, тот заболел, тот вылечился, тот призвал. И неожиданно там гитарист какой-то группы умер от рака на 62-м году жизни. Я такой, нихуя себе, думаю, от рака еще кто-то умирает, как неожиданно в последние полтора месяца. У нас тут гитаристы от цирроза умирают, хотя от пневмонии, в Гродно. Хотя от пневмонии тоже умер один чувак из старых Алдов. Да, ну это как. В любом случае, как я неоднократно заявлял в эту эпоху, в наши времена панки боялись цирроза печени, передоза, мусоров с гопниками и банами. А сейчас коронавируса все боятся. Ну камон! Как бы, ну, поэтому... Поэтому это все вот получается какая-то такая сюрреалистичная выдуманная хрень, как в кино, да? Вот, собственно, поэтому про кино и поговорим. Собственно, про книжки поговорили, про музыку поговорили, да? А вот, собственно, про кино. Вот можно смотреть сериалы, как я у кого-то видел. Сидя дома на карантине, да, две недели самокарантина, какие сериалы про пандемию и про постапокалипсис можно смотреть, посоветуйте, да? Я вообще не смотрю принципиально этой фигни, потому что я новости читаю, мне этого хватает, там читаешь. Ну да, да. Ну и чё? И я не смотрю, посмотрим Александра Сергеевича, его мнение по поводу сериалов. Я не знаю, давай, Александр Сергеевич, сначала скажи, как ты сериалы смотришь, учитывая, что ты не смотришь. Я ушами смотрю. Сериалы не такие, там люди говорят. Когда у меня фантазия богатая, и мне говорят, что в общих чертах что происходит. Когда я такое додумаю. Когда я был молодой и небогатый, у меня было свое видение и предъявы к Богу по поводу того, что он уши недостаточно хорошо у человека развил. Потому что их можно было бы использовать в очень интересных разных мероприятиях. Но не суть. В любом случае, я сериалы не смотрю, мне пофиг. Александр Сергеевич, ты что можешь посоветовать? Я как бы... Здесь я пас. А я старый, я люблю все старое. Ну, про старье, как минимум, да? Это вот в последнее время у всех идет дрочевый фаб на все ретровое. Да, и вот местами это есть вот такое вынужденное, да, какое-то вымученное, трендово-модное. И оно очень, очень нечестное, неискреннее и достаточно говнистое. Вот, а есть как бы вкусные хорошие вещи, да, вот, ну, типа, вот сериальчик, например, вот это, типа, Approved By, да, «Очень странные дела» называется. Замечательный сериал, столько отсылочек, столько пасхалочек, вот, просто смотришь, сериал снятый в 2010-х годах, ну, буквально вот пару лет назад, третий сезон сняли, да? Я вообще не знаю, о чем он говорит. Я только за Тарантино, за Кевин Смит, за отзывы. Ну, дойдем до этого, да. Вот, а здесь очень-очень рекомендую те, кто любит sci-fi еще в 80-х, вот просто вот просто вот вбивайте и не вынимая смотрите, просто шикарно, да? «Очень странные дела» называется сериал. И там не будет коронавирусов, там вот этих вот Крейгов Охар, да, вот это вот, не будет этого говна. Топов 10 книг, которые должен прочитать Парк. Познавательно. Но, коли Романович ты не смотрел, давай поговорим про то, что ты смотрел. Я за Тарантино. Я за то, чтобы смотреть Тарантино. Тарантино, грустно-печально, я надеюсь, он старый маразматик, в смысле, ну не ты, ну ты тоже, но Тарантино. Надеюсь, он все-таки не будет не снимать фильмы, как он собирается. Хотя как он 10-й снял, и вот. А я надеюсь, что он будет. Зачем ему снимать самому фильмы, если он может как оператор за камерой сидеть, если он может писать сценарий, ну, еще заниматься так, как продюсер. Камон, он все найдет, как реализовать. Поэтому то, чтобы стояло именно его имя под пляжкой режиссера, это уже чисто вопрос, чьи слухи. Надо ему это, не надо. Мне кажется, у него вот есть концепт, он его закрыл, свою микровселенную замкнул. Ну да, да. Я вот недавно буквально, помнишь, тебе рассказывал, да? Для тех, кто, может быть, не в курсе, была, оказывается, непосредственная связь между первыми работами его этими гангстерско-криминальными, да, вот фильм «Бешеные псы». «Кровавое месиво». Да, и фильм, соответственно, легендарнейший, да, ну,
И много актеров после этого стали звездами. Да, да, да. И, соответственно, как криминальное чтиво. Так вот, оказывается. А криминальное чтиво — это вообще топчики. В криминальном чтиве. На цитату. Тот, который не черненький, а который беленький, да? Который Траволты, герой. Насчет Траволты. Он его вытянул из небытия. Траволта был. Да, в 80-е годы просрался со своими фильмами, да. Потому что был занят более важными делами. Да, да, да. Но мы не будем говорить про это. Так вот. Я стратегер. Я уже почти тоже. Да, в смысле, завязавший, не обзывайся на меня. Давай. Так вот, и, соответственно, герой Траволты, да, Винс Вега, оказывается, является братом мистера Блонд, этого, как, господи, мистер Вайт? Нет, мистер Белый, мистер Блонд. Мистер Блонд. Да. Из «Бешеных псов». И оказывается, была задумка у господина Тарантино снять третий фильм, который как бы приквел, да, вот этих двух криминальных вот этих вот разборок, двух братиков Вега. Так что это вот было бы интересно посмотреть, но вот он не снял, и поэтому хер знает. Я предлагаю слепого не слушать, а тупо кому интересно в интернете углубиться. Сейчас на русском языке разбора творчества Тарантино овер до хера. А это не разбор творчества? Да я... Не, ну ты сейчас будешь рассказывать, ну полтора часа, у нас батарейка сядет. Я про то, что мне понравилось, когда вышел 10-й фильм завершающий. О, да, это да. «Однажды в Голливуде». Все рецензухи, которые я читаю, все: «Что за фуфло? Что за говно? Что за отстой?» И думаешь, а потом через какой-то период времени, уже когда пошло уже осмысленное, да, и разбор, критика реальная, то люди пишут: «Важен контекст, важно погружение в американскую культуру, там, 70-е, да?» Mm-hmm. То есть, а просто сидеть и смотреть, с хера ли картинка такая непонятная, почему слишком много затянутых кадров и тому подобное. Конечно, все привыкли, мы идем на Тарантино, сейчас будет мясо, мясо, мясо. А мясо это последние 10 минут фильма. Да, то есть, очень крутой ход, я считаю, но сам факт того, что, как с этой, фильм «Rock That Bots», «Bot That Rocks», «Лодка, которая качает», я не помню, как она по-русски называется. Загуглите, короче, «Bot That Rocks». Это игра слов, американская, английская, про нелегальные радиостанции в Англии в 60-е. Очень крутой фильм, всем рекомендую, тоже может быть непонятно, но там чуть добавлено секса, рок-н-ролла, поэтому там интереснее смотреть. «Однажды в Голливуде», ну действительно, так, если вот со стороны прийти, типа, взял попкорн, взял девчонку и все, и там типа ни крови, ни сисек, а нет. Нет, там сисек там нет, там ног много, много женских ног. Да, я как бы не любитель женских ног, я любитель мужских ног. Это вырежешь потом. Не, планетарский бокс, все дела. Это да. Я про то, что говорю, и там типа, и чё к чему, и если про это говорить, можно часами. А потом, когда люди уже окстились, первые рецензии всплыли этих идиотов, которые пришли, типа, где Тарантино, дайте Тарантино настоящий. Тарантино у вас не настоящий. Поэтому и пошло, я говорю, очень круто. Читать, находить отсылки, да. Mm-hmm. Это вот Александр Сергеевич про сериал, который он говорил, я не смотрел, не знаю, но надеюсь. Нет, надеюсь, что карантин закончится, и не надо будет сидеть этот сериал смотреть. Но если нет... А там немного серий в каждом сезоне. Но все равно, хочется пока еще по улицам можно ходить. Посидим и говорю, может сейчас тепло, на дачу уехать, потому что сейчас уже май, скоро оно закончится. Камон! Поэтому, ну а Тарантино, я говорю, я вот пересматриваю Тарантино только и... вру. Тарантино, Кевин Смит и сейчас Гай Ричи пересматривал. Ага. Недельку назад «Карты, деньги, два ствола». Тоже. У Гая Ричи тоже есть вот этот револьвер, очень психоделический, я его три раза смотрел, не догоняю до сих пор, что там к чему-то, но мне больше нравится реально Тарантино с его вот этими, да, пасхалками просто mm-hmm. бешено крутыми. И, к слову говоря, кстати, про вот этот «Однажды в Голливуде», это вот действительно многие рецензенты, да, рецензенты, ага. Сходятся в том, что это действительно, без относительно того, что любишь ты Тарантино или не любишь, действительно, когда это первый и единственный фильм у Тарантино, который ты начинаешь втыкать больше, когда ты его смотришь второй раз. Потому что у тебя уже вылазит на подсознанке, да, ты обращаешь внимание на детали. Много того, чего, например, живя не в Америке, ты не знаешь, поэтому ты начинаешь догонять, и кидается тебе это в глаза, в уши. И... Я у Долина прочитал, что это фильм для синефилов. Это я говорю, синефил, это как аудиофил, да, как педофил, это бред. На самом деле, но если мы, грубо говоря, в андеграунде, нам интересен весь этот рок-н-ролл, вся эта движуха западная, то камон. Мне он нравится, даже половину не понимаю, все равно круто на это смотреть. Ну, конечно. А если, типа, мы тут за скрепы, за духовность, и, ну... Боже царя храни, ну тогда уж простите, тогда есть, да, другой, православные фильмы смотреть. Есть другой пласт кино, и вы знаете, где он, что он, как он, и там
подписывайтесь на Bad Comedian, он там все рассказывает. Что и за какие гроши снимают. Ну, поэтому, камон. Ну, в любом случае, выбирая между фильмом и экшеном, типа там «Брестской крепости», тарантиновским Pulp Fiction, безусловно, я лично выбираю тарантиновскую тему, мне это намного интереснее, да, кайфовее смотреть. Даже если опять не во все я вникаю, а некоторые темы тоже через много-много лет осмысления приходят, и там понимание. Те же разгоны, помнишь, в Pulp Fiction про эти, про сколько стоит грамм в Амстердаме. Да, и разные такие. Кто в Амстердаме не был, тот ценников не знает. И прочие темы вот эти все, там политические моменты какие-то, социальные, как в последнем фильме, да, где кажется, можно там и в сексизме обвинять, и в вайтвошинге, и в расизме, в чем только хочешь, в мачизме, во всем. Ну а если это вырывать из контекста и приходить, типа, мы в 2020 году, вот опять же, я смотрел японские интервью, можно ко всему доколупаться. Сейчас спасибо интернету, вот сидим, и я вот спасибо за дизлайки за прошлые видосы, сейчас все равно кто-то будет лупить дизлайки. Ну не нравится тебе, как мы излагаемся слепым, не нравится подвал, не нравится этот антураж, не фейковый, настоящий, by the way. Так не смотри. Нет, надо зайти посмотреть, надо еще что-то в комменты написать, я все нафиг выношу. Хер вам, а не свобода слова, поняли? Ну. Мы из Беларуси, но здесь... Это у нас своя свобода слова. Это наш канал. Мы его ютубим или что там мы с ним делаем. Или как-то так. Ну. Я говорю, не нравится, иди ты на свою песочницу играй, иди там занимайся своими делами. Что у людей за проблемы? Ну нет, я про это говорю, поэтому потом смотришь вот на Тарантино, где он тоже там про маньяков и про прочих, да? Mm-hmm. Вот. Про Чарльз Мэнсон. Прекрасный человек, длинноволосый. Как Александр Сергеевич в молодые годы, улыбчивый, как я, пока были зубы. И чё? Я говорю, поэтому, камон, люди, не загоняйтесь, потому что тут уже на стены тоже некоторые лезут. Я тоже там, бывает, погрызусь немножко эту самую стену и легчаю. Коронавирус, так, как там, он уходил, но обещал вернуться. Мне кажется, да, осенью вернется, поэтому себя тут настраивать на лад оптимистично не стоит. Не-не, там, опять же, сезонные гриппы, хуипы, вот это все придет. А все сейчас лечат коронавирус, а другое поэтому, забили член. Да, поэтому... Мы возвращаемся после рекламной паузы. Спонсор рекламной паузы. Рекламная пауза. Рекламная пауза. На самом деле пауза была, потому что высела батарейка. Ну и похуй. У меня говнозарядка за 3 евро, которую я купил на Алиэкспрессе. И не все только хорошее было связано с Китаем. Суть не в этом. Суть в том, что я говорил про Кевина Смита. Еще раз рекомендую всем посмотреть его фильмы. Что еще делать в такие времена? У него гиковские темы, у него прикольные темы, очень, ну... «Погоня за Эми» очень хороший фильм. Ну, все тематические, ну, «Джеймл Чейвый Боб», «Новый Стадей Дендар» — это гениальный фильм, я считаю. Но опять же говорю, всем, кто не в теме, надо смотреть, ну, начиная с «Клерков», «Тусовщиков в супермаркете». Да, ну, в любом случае, короче, у него не только жопно-сортивный юмор в фильмах промелькивает. А даже если это жопно-сортивный юмор, там, понимаешь, в любом случае это имеет чуть более глубокий подтекст. Очень постмодерновый, там, 2-3 слоя со временем, можно и 4-5 найти. Чем тупо, да, вот у этих прекрасных персонажей из Comedy Club, да, которые... Ну, да. Не будем о грустном. В любом случае, на вкус и цвет фломастеры разные, как говорил мой любитель понюхать ацетона, один из знакомых. И поэтому смотрите кино. То, что мы такие олдфаги, это как бы... Это наши проблемы. Это вообще не проблема. Мы никому ничего не навязываем, никому. Я удивился лично, что вот некоторые из молодежи, ну, которые тусуются вроде как в трудных кругах, не знают, что такое, да, Кевин Смит какие фильмы снимал, хотя, кому? Да, хотя фильмы разложены некоторые на цитаты так, что можно сценки разыгрывать. Так и... мы это разыгрываем, да. Мы практикуем, да, а люди обижаются. Я говорю, ты чё, это же как бы цитаты. Да. Понимаешь, поэтому, в любом случае, на самом деле хватает хорошего кино, но я скажу только лишь одно от себя, что у нас... До коронавируса жизнь такая была насыщенная, прошлый год я прям со слезами вспоминаю, как было все офигенно, бешено, круто. И я всегда говорил, что я отказался от сериалов, потому что жизнь настолько у меня, как сериал, круто летит вперед, как метеорит, настолько разных тем, вот прямо и беспредельных, и веселых, и грустных, и не очень хороших, и зашибись. Что, какой, что я буду сериалы смотреть? Как я говорил Александру Сергеевичу, когда будут снимать фильм по моему сценарию, про историю группы Mr. X, вы ж будете смотреть, вы не поверите. Будете говорить, что это все неправда, что половина вымысел. Но Александр Сергеевич подтвердил. Как бы, как говорится, так сказать, да.
Я сам иногда думаю, что такого... В книжках и фильмах такое было. Нет, в книжках... То, что происходило, например, конкретно со мной, там, да? Да. Поэтому, как бы... Ну, это пофиг. Этот фильм про Мистер Икс будет когда-нибудь потом. Поэтому сейчас что по кино? Да, завершая тему кино, опять же, и... кинов много хороших, опять же. Кино, есть классика, которая вечная, и они про «Унесенных ветром». Хотя кино, на самом деле, тоже на хороший. На самом деле, хороший. Я люблю и Богарта, и... Да, да. «Шербургские зонтики», опять же, тоже хорошо. Ну, это не важно. «Римские каникулы». Давай не будем разгоняться. Смотрите хорошие фильмы, смотрите херовые фильмы. Начинайте любить хорошие фильмы, а херовые фильмы забывайте. Поэтому... Что еще делать с коронавирусом? Как говорится, если бы ты был другой овцой, подумайте на эту тему. Все. Как всегда, мойте или не мойте руки, ноги вместо еды. Или не ешьте, или ешьте. Все, до свидульки. Держитесь. Пока-пока, до следующего раза. Ну, мы возвращаемся после рекламной паузы. Спонсор нашей рекламной паузы – севшие батарейки. Спонсор нашей рекламной паузы – говнозарядка из Китая. Все, что плохое, связано с Китаем. И не только коронавирус. Не только коронавирус. Не, это не так. Еще раз. Вырежешь потом. Вырежем. Еще раз. Мы возвращаемся после рекламной паузы. Спонсор рекламной паузы. Рекламная пауза.